Приветствую, друзья. Это будет исключительный вебинар, потому что, проанализировав все вопросы, которые поступали ко мне в личку, я отвечаю для всех, и для новичков, и для тех, которые уже давно практикуют разгрузку, что именно важно и на что обратить внимание, чтобы не было ошибок. И быстрее все получалось. И разгрузка, и перезагрузка, и чтобы вы ходили на состояние, которое вы хотите в любое время, в любом месте.